I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Капитан Фрэнк Марти Тир и его жена Мишель были вместе со школы и поженились еще до того, как молодой человек окончил Академию ВВС США. Мишель работала психологом, а Марти часто бывал в командировках за границей. Внешне жизнь пары казалась благополучной, но в браке назревали серьезные проблемы. В декабре 2000 года Марти был убит. Чтобы раскрыть это дело, полицейским пришлось глубоко погрузиться в подробности интимной жизни множества людей, а на то, чтобы причастные к преступлению были наказаны, ушло 4 года. Знакомство Мишель и Марти. Мишель Кэтрин Форсье родилась в Денвере, штат Колорадо, 9 декабря 1970 года. Ее отец был военным, и семья часто переезжала. Они провели 3 года в Великобритании, прежде чем Форсье направили в Южную Корею. Жена не захотела следовать за ним туда, и брак распался. Вместе с матерью, младшим братом и сестрой девочка вернулась в США. Там мать Мишель устроилась на полный рабочий день, и старшей дочери пришлось вести домашнее хозяйство и приглядывать за братом Томом и сестрой Анжелой. Выходные семья проводила, посещая местную баптистскую церковь или изучая Библию. У Мишель было мало друзей, и то немногое свободное время, которое у нее имелось, она проводила со своим парнем Марти. Фрэнк Мартин Тир родился 26 февраля 1967 года в Вюрцбурге, Германия. Его мать рассказывала, что он вырос в Денвере. В детстве мальчик любил играть в мяч и настольные игры с другими детьми, живущими по соседству. Все, кто знал пару, считали, что они идеально подходят друг другу. Оба были из семей военных, оба были амбициозны. Спокойное и сдержанное поведение Марти уравновешивало общительный характер Мишель. Мать Марти, Линда Геттлер, рассказывала, он был очень-очень нежным человеком. В его теле не было ни одной злой кости. Он ни о ком не сказал ничего дурного. После окончания учебы Марти поступил на службу в ВВС, а Мишель присоединилась к резерву ВВС. В течение следующих 4 лет пара поддерживала отношения на расстоянии, но после того, как рота Мишель была задействована для участия в войне в Персидском заливе в 1991 году, Марти решил, что они пробыли в разлуке слишком долго и сделал своей школьной возлюбленной предложение. В том же году они поженились. Несмотря на то, что за 8 лет они переезжали 6 раз, Мишель за это время успела получить степень магистра и доктора психологических наук. Она была первым человеком в своей семье, получившим высшее образование, и наслаждалась восхищением родственников. Еще в те времена, когда пара жила во Флориде, Мишель приглашали выступить в ток-шоу на радио, она читала лекции, работала волонтером на горячей линии для жертв изнасилований, а также лечила сексуальных преступников, находящихся в тюрьме. Женщине нравилось углубляться в темные аспекты человеческой натуры, так же, как и внимание общественности. Проблемы в браке. После переезда пары в Фейтвилл, Северная Каролина, Мишель заскучала. Она была недовольна долгими неделями одиночества, которые ей приходилось проводить, пока Марти находился в заграничных командировках. Примерно в это время женщина открыла для себя интернет, а точнее ту его часть, где происходили знакомства для мимолетных отношений. Она решила разместить объявление о поиске любовника. Расписав в нем все свои достоинства, замужняя брюнетка получила больше ответов, чем смогла прочитать. Предложения включали ролевые игры, секс-марафоны, свинг-вечеринки, секс втроем и вчетвером, БДСМ-практики и многое другое. Эти новые занятия заменили женщине рецептурные лекарства, которыми она раньше злоупотребляла, в том числе Ксанакс, Амбиен и обезболивающие. В какой-то момент Мишель получила несколько коротких сообщений в мессенджере от солдата спецназа Джона Даймонда, которому на тот момент было 28 лет. Любовник. Джон окончил среднюю школу и поступил на службу в армию США. В том же месяце
когда Мишель и Марти поженились. К 1998 году, когда Мишель познакомилась с Джоном, у мужчины уже распадался второй брак из-за его постоянных измен. Как и Мишель, Джон происходил из семьи военных. Его дед побывал в плену во время Второй мировой войны, а отец был ветераном Вьетнамской войны. Джону и Мишель было о чем поговорить, но больше остального их интересовал флирт. Каждому хотелось добавить немного романтики в их скучную семейную жизнь. Потратив несколько месяцев на обмен любовными сообщениями, они наконец решили встретиться друг с другом. Пара назначила свидание в кафе Фейтвилла, и они сразу нашли общий язык. Позже Джон говорил, что это была любовь с первого взгляда. Мишель же говорила, что Джон очень-очень обаятелен. Влюбленные стали проводить вместе каждую свободную минуту. Они часто посещали ночные клубы Фейтвилла и вскоре начали вместе бывать на свингерских вечеринках. Для многих пар, которые приходили туда, это был способ избавиться от скуки в браке. Обычно свингеры собирались в доме одной из пар с единственной целью – поменяться партнерами. На таких мероприятиях могли присутствовать от двух пар до более чем десяти. Джон и Мишель, уже изменившие своим супругам друг с другом, наслаждались этим расширением своего опыта. Их новый совместный интерес еще больше сблизил их, и отношения развивались все интенсивнее. Возвращение Марти. Марти отсутствовал дома 6 недель, посещая курсы летной подготовки в Литл-Роке, штат Арканзас. Когда он вернулся в город, то почувствовал, что его брак находится под угрозой. Он попросил жену посетить с ним семейного психолога. На приеме Марти рассказал, что хочет, чтобы Мишель была хорошей женой и домохозяйкой. Мишель же заявила, что ее муж страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Она утверждала, что ей хочется больше гулять и проводить времени вне квартиры, тогда как Марти тяготеет к домашнему времяпровождению, поскольку он редко бывает там из-за командировок. Взаимные претензии копились. Наладить отношения не получалось даже с помощью специалиста. Летом 2000 года Мишель съезжает от Марти. Она снимает квартиру и живет там вместе с Джоном. Во время отпуска пара влюбленных отправляется на Антильские острова, которые им очень понравились. У них даже был разговор о том, чтобы поселиться там. Мишель отправляет резюме в университет Сабы на медицинский факультет и в документе указывает Джона в качестве своего жениха. Однако через какое-то время женщина понимает, что ее новые отношения зашли в тот же тупик, что и с мужем, но при этом Мишель решает вернуться к Марти. Она пишет любовнику письмо, в котором сообщает, что расстается с ним. В течение нескольких недель женщина наблюдает за тем, как Джон звонит ей по 10 раз в день, плачет, просит, не получая никакого ответа. Он спрашивает, как она может быть с мужчиной, которого, как она утверждала, больше не любит и который делает ее несчастной. Всякий раз, в момент, когда отчаяние уступает место гневу, либо же Джон решает забыть женщину, она связывается с ним. В психологии подобное поведение известно как «прерывистое подкрепление» – метод манипуляции, используемый психопатами. Психопат – один из самых непонятных и противоречивых типов личности, что объясняется его сложностью. У людей этого типа есть поверхностное обаяние, которое окружающее часто воспринимают за искренность, и это довольно опасно. Они теряют бдительность и могут стать жертвой психопата. Под психопатией понимают расстройство личности с тремя ключевыми особенностями. Антисоциальное поведение, нарушение закона, ложь, мошенничество, воровство и прочее. Импульсивность, склонность действовать под влиянием внезапных порывов, не думая о последствиях своих поступков. Иррациональные убеждения и отношения к людям. Например, уверенность психопата в том, что он выше закона, что общие правила к нему не относятся. Основной признак психопата – манипуляция. Это тактика, которую он использует для получения желаемого. Люди такого типа личности – эксперты в эксплуатации слабостей других и игре на эмоциях окружающих. Также психопата можно вычислить по недостатку эмпатии. Он не способен сочувствовать другим, а потому часто не умеет формировать серьезные отношения. У психопатов завышенное чувство собственного достоинства. Они не чувствуют вины или раскаяния за свои действия. Нередко у них есть проблемы с самоконтролем, что приводит к импульсивному поведению и отсутствию дисциплины. Чтобы добиться своих целей, такие люди постоянно используют ложь. В конце ноября любовники в очередной раз помирились, но затем Мишель снова начала игнорировать мужчину. Он написал:
«Детка, мне кажется, что я сделал что-то не так. Пожалуйста, просто скажи мне, что я сделал. Ты не звонишь, ничего не говоришь». Когда он угрожал покончить с собой, Мишель спасала его, отзываясь и возобновляя их связь. Так одержимость Джона своей любовницей росла с каждым часом. В последней попытке доказать свою любовь, мужчина согласился убить Марти. Убийство. 17 декабря 2000 года Мишель с мужем посетили рождественскую вечеринку, устроенную доктором Томасом Харбином, коллегой-психологом, который делил с Мишель офис. По пути домой женщина сказала, что ей нужно вернуться и заглянуть на рабочее место, чтобы захватить несколько книг, которые она забыла там днем. Марти остался ждать в автомобиле, когда женщина отправилась в свой кабинет. Через некоторое время мужчина, потеряв терпение, отправился вслед за ней, чтобы выяснить, почему она так долго. Когда он поднимался по наружной лестнице, в него 4 раза выстрелили. Марти упал и скатился по лестнице. Тогда преступник выпустил в него 5-ю пулю. По заключению судмедэкспертов, сделанному позднее, именно последний выстрел оказался смертельным. Мишель выбежала из офиса, выкрикивая имя Марти. Бросившись к мужу, она проверила, дышит ли он. Торопясь выйти из офиса, женщина якобы случайно заперла его, оставив ключи внутри помещения. И именно поэтому ей пришлось пробежать 2 мили в густонаселенном районе, прежде чем ей удалось отыскать открытый магазин и позвонить оттуда в 911. Приехавшие на Рефорд-Роуд медики обнаружили тело белого мужчины, в которого несколько раз стреляли. Жертва была опознана как 31-летний Фрэнк Мартин Тир. Его жена находилась рядом. Согласно отчету о вскрытии, официальной причиной смерти стала кровопотеря из-за огнестрельных ранений. Последнее было нанесено с близкого расстояния, в голову. На первый взгляд это нападение выглядело как неудачное ограбление. Однако эта теория была отвергнута после того, как было обнаружено, что ничего ценного не пропало. Кроме того, нашелся свидетель, который слышал 5 выстрелов с паузами между ними. Суд над Джоном. Следователям не потребовалось много времени, чтобы определить подозреваемого – Джона Даймонда. О его романе с Мишель знали многие, и имя мужчины всплывало несколько раз при опросе знакомых убитого. Но у главного подозреваемого обнаружилось алиби. Его жена, Лурдес Даймонд, сообщила детективам, что она в ночь преступления была дома с мужем, и они смотрели фильм. Джон после убийства рассчитывал, что они с Мишель наконец-то обретут ту жизнь, которую заслуживают. Марти нет, и скоро они получат огромную страховую выплату за его жизнь. Практически сразу мужчина переехал к своей любовнице. Когда его жена узнала об этом, она пришла в ярость и сообщила полиции новые факты. Женщина рассказала, что около 9 вечера в день убийства ее мужу позвонили, и Джон внезапно покинул дом. Лурдес рассказывала офицерам, что он переоделся, натянул зимнюю верхнюю одежду и сообщил ей, что идет в казарму. Лурдес вспомнила, что звонок поступил на мобильный телефон мужа, и записи мобильного оператора показали, что звонок был от Мишель, хотя на допросе та отрицала, что делала этот звонок. Позже следователи узнали, что всего за пару дней до убийства Джон одолжил у друга пистолет. Это оружие оказалось той же марки, из которого застрелили Марти Тира. В феврале 2001 года Джон заявил о взломе своей машины, во время которого, по его словам, у друга украли пистолет. 15 марта 2001 года армейские власти обвинили мужчину в умышленном убийстве, заговоре и препятствовании осуществлению правосудия. Армейские следователи не имели юрисдикции над гражданскими лицами, к которым относилась Мишель, но они настоятельно поощряли полицию выдвинуть обвинения против женщины. В августе 2001 года над Джоном начался военный трибунал. Находясь в качестве свидетеля, Мишель по совету своего адвоката не отвечала на задаваемые вопросы, ссылаясь на свои права, предусмотренные 5-й поправкой, которая дает право не свидетельствовать против себя. 6 коллегий военных присяжных признали Джона Даймонда виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к пожизненному заключению. Семья же Джона утверждала, что мужчина действовал не добровольно, а именно Мишель вынудила его пойти на преступление. Побег Мишель. Полиция Фейтвилла продолжала выстраивать дело против Мишель. Однако женщина не стала дожидаться предъявления обвинений и переехала в Новый Орлеан к своей бабушке, как она утверждала, чтобы разгрузиться. Мишель работала над планом действий, который был позже
обнаружен в ее ноутбуке. Купить новый компьютер, новый одноразовый телефон, распечатать поддельное свидетельство о рождении с помощью специального программного обеспечения, которое она уже установила на свой ноутбук. После этого Мишель планировала получить новое удостоверение личности, а через 3 года раздобыть и новый паспорт. Однажды ночью в мае 2002 года она сбежала из дома своей бабушки перед тем, как в дверь постучала полиция. К тому моменту большое жюри вынесло женщине обвинение в убийстве первой степени. С собой она успела захватить только немного вещей и 3 книги «Как исчезнуть в Америке», «Возродиться в США» и «Секреты обретения новой личности». Мишель поехала в Lauderdale by the Sea, штат Флорида. Сначала она носила имя Лекси Соломон. Она обесцветила свои темные волосы и укоротила их. Затем женщина сняла квартиру во Флориде под именем Лизы Пендрагон и пошла на более радикальный шаг. Сделала пластические операции по выпрямлению носа и установке имплантов подбородок, увеличила губы и сделала подтяжку век. С помощью лазерной операции она избавилась от шрамов, от прыщей и других дефектов кожи, которые помогли бы вычислить ее. В это время женщина жила с мужчиной по имени Дана Хортон. Позже следователи заявили, что он выглядел как человек, которому промыли мозги. Он пребывал в каком-то любовном трансе. Следователи Фейтвилла обратились к службе маршалов США за помощью в поиске преступницы. Власти знали, что кто-то из Лодердейла позвонил на склад в Новом Орлеане, арендованный Мишель, перед ее бегством, используя телефонную карту. Позже эту же карту использовал Дана, чтобы позвонить отцу своей женщины и передать ему сообщение. Вскоре детективы вычислили парня Мишель и установили за ним наблюдение. Тот практически мгновенно привел их к дому, где укрывалась женщина. После более чем 3 месяцев в бегах, 15 августа 2002 года Мишель была арестована. Суд над Мишель. Прокурор предложил ей сделку – 8 лет в обмен на полное признание. Мишель отказалась, вероятно, она не сомневалась в своих способностях очаровать всех присяжных и заставить их поверить в ее версию событий. Чтобы передать дело в суд, потребовалось 2 года. Адвокатам пришлось долго разбираться в деле из-за 88 тысяч электронных писем и сообщений в мессенджерах, которые эксперт по компьютерной криминалистике Кейти Уильямс извлек из жесткого диска обвиняемой. Прокурор Грег Батлер заявил, что у Мишель Тир темное, лживое, манипулятивное, циничное, холодное и злое сердце. Обвинение сообщило присяжным, что подсудимая вступила в сговор со своим любовником Джоном Даймондом, чтобы убить мужа. Прокурор вызвал нескольких свидетелей, которые подтвердили, что у женщины было несколько романов. Адвокат Мишель заявил протест. Дело касалось убийства, а не супружеской измены. Кирк Осборн, представляющий интересы подсудимой, заявил: «Мисс Тир не предстает перед судом за секс со многими мужчинами. Ее судят не за сексуальную зависимость, если она у нее и была». Во время заключительного слова адвокат Мишель расплакался. Его клиенткой, по его словам, была невероятная женщина. Он сказал: «Она прекрасна». «И нет, она не манипулирует мной». Процесс длился 10 недель. Мать убитого, Линда Геттлер, присутствовала практически на всех заседаниях, кроме нескольких дней в ноябре, когда простудилась. Она говорила, что должна все услышать. Когда обвинение представило присяжным фотографии тела капитана Тира с места преступления и вскрытия, а также окровавленную одежду, которая была на нем в ночь убийства, женщина отводила глаза. «Я была морально готова к фотографиям, потому что знала, что их будут показывать», — объясняла она. «Но я не ожидала, что будет показана одежда. Это на мгновение вернуло меня в ту ночь». Присяжным потребовалось всего 6 часов, чтобы вынести обвинительный приговор. 3 декабря 2004 года, за 6 дней до 34-летия подсудимой, Мишель приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения за убийство первой степени и 13 дополнительным годам по обвинению в заговоре с целью убийства. Мать убитого мужчины говорила: «Скажите жителям Фейтвилла, что я так им благодарна за то, что они открыли мне свои сердца и объятия. Их молитвы и добрые пожелания оказали мне большую поддержку». Женщина высоко ценила местное полицейское управление и прокуратуру округа Камберленд за расследование и судебное преследование убийцы своего сына. Они ехали со скоростью 100 миль в час и выкладывались
более чем на 100%, сказала Линда. Дальнейшая судьба убийц. Даже за решеткой Мишель продолжила манипулировать и заманивать в ловушку окружающих ее людей. В 2005 году тюремный охранник Дэн Форд в интервью журналистам назвал ее «заключенной, требующей особого внимания». Форд рассказал, что благодаря влиянию Мишель в администрацию стало поступать почти в 3 раза больше письменных жалоб и требований. Когда ситуация с жалобами стала серьезно нарушать распорядок дня в тюрьме, власти попросили перевести заключенную на полгода в другое исправительное учреждение. Однако бунтарство Мишель не прекращалось. Она неустанно заявляла общественности о своей невиновности. Женщина делала это с помощью блога, который вели ее сестра и мама до 2011 года. Несколько раз за время заключения женщина была наказана за нарушение. Самое серьезное произошло в мае 2010 года, когда Мишель обвинили в планировании побега. Тюремные власти обнаружили, что женщина пыталась отправить карту исправительного учреждения и другие документы кому-то на воле. Об этом рассказала Энни Харви, начальник женской тюрьмы в Северной Каролине. «Мы очень серьезно относимся ко всему, что может привести к побегу», — заявила Харви. Она отказалась раскрыть подробности о документах, которые, по ее словам, осужденная пыталась отправить по почте. Ходили слухи, что они предназначались человеку, серьезно увлеченному Мишель. Сама Тир была помещена на дисциплинарную изоляцию на 45 суток за это нарушение, но не признала себя виновной. Джон Даймонд отбывает наказание за решеткой в федеральном исправительном учреждении в Уайлдвуде, штат Флорида. Некоторое время он тоже пытался вести свой блог под названием «Free John Diamond» с помощью сестры. Каждая запись предварялась цитатой из классической литературы и содержала эмоциональные мысли о несправедливости системы правосудия. Однако с ноября 2007 года блог не обновлялся. Жена Джона, Лурдес, поддерживала своего супруга за решеткой. В 2010 году Джон подал федеральный иск, в котором требовал от военной тюрьмы 1 миллион долларов в качестве компенсации за цензуру его откровенных сексуальных писем жене. СМИ писали, Даймонд утверждал в иске, что тюремные чиновники подвергают цензуре его письма жене в нарушение его прав, предусмотренных первой поправкой. Он говорил, что хочет иметь возможность общаться с ней свободно от неправомерного влияния правительства. Дело было прекращено. Как вы думаете, кто больше виновен в преступлении, Мишель, Джон или они оба виноваты одинаково? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.